Привет, мои золотые! Итак, с вами Симпсон, а это у нас «Чумная сказка». Мы продолжаем, играем уже сейчас, шестая глава пойдет, называется «Пропавшие товары». И прежде чем мы начнем, то ты нажми, пожалуйста, вот туда, подпишись и поставь палец вверх. Ну а мы погнали! Итак, глава 6. Пропавшие товары. Пробираясь через поле недавней битвы, а миссия Хьюга и Лука... Лукас, блядь. С кем-то там встречаются, пиздец. Я путаюсь в этих именах, потому что пишут одно... Эй, этот... вставай, ладно, давай. Буду просто читать. Съешь чего-нибудь. Хотя она миссия, он Хьюга, а тот те, кто Лукас. Шарит по трупам, получают клинок в брюхо. Без всяких вопросов. Но я... У меня чутье на выгоду. И скажи спасибо, что золото я люблю больше, чем кровь, леди Дерун. Где мой брат? Все, заткнись. Чем лучше ты выглядишь, тем больше будет выкуп. На тебе и так синяков многовато. А это инквизиция или просто выкуп? Солдаты? Кто его платит? Скоро увидишь. Ты теперь не в своем шато, так что сиди тихо. Шелудивый пес. Да. Где наш пацан? Это не тот пацан. Это тоже, походу, брат и сестра. Оба рыжие. Ниндзя какие-то. С ними должен быть Лукас. Кто вы? Мели, а другой Артур. Это все из-за вас! Где мой брат? Эй, говори потише. Угу. Эти гады забрали мою прощу. Она тебе не нужна. Нет ни рюкзаков, ни прощей у нас теперь. Стражник. Артур заставит его уйти. Что? Отвлечет. Он ждет, что мы скажем ему, что куда. Так что смотри внимательно. Поищите способ отвлечь врагов, нажмите Q, чтобы Артур и Мели на короткое время отвлекли внимание солдат. Так, нам нужно пройти туда, так что отвлекаем сюда. Телега! Катится. Приготовься. Почему? Давай за мной. Так он твой брат. Идем. Кто-нибудь знает, сколько у нас убитых? Трудно сказать. Тысячи, это точно. Но с этими крысами попробуй пойми. Да я готов... Я готов один с этими мясниками. Они ничего не сделают. Ты не понимаешь, когда он боится. Имей терпение. Но... Откуда вообще взялись эти треклятые крысы? Очередной фокус от Валуа? Нет. Крысы уничтожили Валуа. Тысячи смертей были зарегистрированы в результате укусов или заражения. Чума — это кара за наши грехи. Бочка с копьями. Отлично. Приготовься. Нам же через палаточки идти, правильно? Так что надо отвлечь в ту сторону. Молодец, Артур. А эти вообще хоть бы что им, смотри. Вообще пофиг, просто прогуливаются так. Осторожней с бутылками. Что такое? А что такое? Я просто взял... Нам пизда. Можешь не прятаться. А продолжаем искать, пока все тут не проверим. Это что? Я думал, все пиздец, они нас типа сейчас этот раз и все. А нет, они тупые. Не высовывайся. Хорошо. А что за Робин Гуд там? Мишень у него такая путячая. Они дышат и шепчутся громче. Еще и по траве бегают. Вообще не слышно, что ли? Осторожно.
Это просто была охуительная победа! Гиень снова принадлежит Англии! Так, туда? Да ну! Ты посмотри кругом, гиень-то, блять, крысам принадлежит! Да ладно, берешь факел и прощай, крысиное войско! Куда? Я их видел, сотни, из-под земли лезут как бесы! Видишь? Горшок? Да. Отлично. Хрен с ним, короче, убираем. Прям своими глазами видел, вот как тебя. Слышали? Давай, слева. Осторожней, порядок ты знаешь. Придавит. Там ничего. Просто работяги какие-то. Это что за пленник, раз за него дают такой выкуп? Дети Валуа. Сын и дочь рыцаря Роберта де Руна. Дети рыцаря Древа? Он был славным бойцом еще в ту войну. Только королю Филиппу он больше не служит. Странно как-то. И дались им эти дети. Так поди задай сестричке пару вопросов. Она уже проснулась. Как приказ... Нет, не переживай. Это должно было случиться. Так-то да, рано или поздно все равно бы выяснили, так что... Мы хоть до конца дошли? Посмотрим. Это и это. Неплохо. Что ты делаешь? Сейчас не время. Извлекаю выгоду из твоего спасения. Вот что я делаю. Да, для выгоды всегда есть время. Это просто алхимическое барахло. Бесполезно. Мне оно пригодится. Если хочешь, чтобы вскрыло, скажи. А можешь? Пожалуйста. Так быстро. Да, босиком, смотри. Прошу. Молодец. Идем. Я иду. А мы брать не можем, у нас по максимуму. Ну и смысл бы тратили на это время. Тихо. Хорошо. Хорошо. Мили, не сюда. Их же там целая куча. Они все пьяные. Пьяные и спят. Хлеб, так. Вино на исходе. Больше мы не будем брать бутылки, потому что это суету наводит. Чего они жрут? Ты куда так быстро-то, а я? Мили! Каждый раз. Да ты с ума сошла? А что такое? У нас же получилось. Еле-еле. Это нормально получилось, по-моему, вообще. Без каких-либо происшествий. Неплохое вознаграждение. Сейчас мы тебя выпустим. И скоро ты будешь далеко отсюда. А миссия, где она? Мразь, твоя ублюдки сестра. А может ее оставим себе, парни? Нет, ай, не надо. Девчонка, скажи, девчонка. Спасибо, что ты еще жив. А? Че, девчонка, говори уже давай. Девчонка сбежала. Ее камера открыта. Все на поиски. Вот жопа, рассредоточиться. Вот следите за выходами. И не зевайте. Камера сама собой не открывается. Может, это дело рук Валуа? Самое время. Только тихо, пацан. Хьюго, я здесь. Алисия. Ты в порядке? Палат, ты не ранен? Нет, забери меня отсюда. Нужно опустить клетку. Все хорошо, Хьюго. Ты не видел мою прощу, когда тебя схватили? Да, ее положи в сундук. Хорошо. Твой выход, Мили. Отряд к восточной стене! Наконец-то. Все, теперь у нас снова все есть. Надо спустить клетку вниз. Это будет громко. Пиздец, как громко, ладно. Поверить не могу. Нам пиздец. Хорошо, что они заняты. Они не услышали, хочешь сказать? Мили, замок! Так давай просто всех из рогатки. Сказали, что заберут меня. Из рогатки стреляем. Сейчас мы тебя вытащим. Миссия, не сказай, что меня увезут. Да хватит. Я тебя больше не увижу. Твою мать. Теперь ты видишь, что это неправда. Я здесь. И мы будем вместе, да? Пошли. Конечно. Уже отсюда. Мы пойдем вместе с Мили. Надо валить. Она поможет нам. Она за тот двор. И ей жаль, что она нас подставила. Правда?
правда, Мили? Да, я плохая девочка. Довольна? Может, уже пойдем? Давай руку, Хьюго. Надо идти. А где Лукас? Да. В дальнем конце лагеря есть выход. Если ты правда умеешь обращаться с этой прощой, иди первая. Ага. Блин, поверить не могу. Нам пиздец. Иди первая, говорит. Солдаты, знать бы еще куда идти. Ничего. Она точно в лагере. Рассредоточиться. Шатров глаза не спускать. Куда идти? Палатки. Обыскать палатки. Ладно, пойдем палатки. У нас все ищут по палаткам, мы тоже что? Пойдем. А? Там что-то происходит. Сюда, быстрей! Они да. Ладно. Пробуем еще раз. Типа просто знать бы вообще, куда идти. Ничего. Она точно в лагере. Рассредоточиться. Шатров глаза не спускать. Ладно. Где выход? Как его отвлечь? Ну что, нахуй разъебать? Уходи, дядь, уходи. Давай. Внимание! Кто-то есть! Мать. Смотрите в оба! Они где-то здесь! Уйди, уйди, пожалуйста. Просто это лучший стелс вообще в мире. Куда ты вылезла? Спрячься. Да я твою мать, пизда! Я хочу их крошить, короче. Просто... как Рэмбо. Вы уверены? Все, не могу больше бегать. Солдаты, докладывайте. Ничего. Нечего от меня убегать. Пойдемте. Шатро, глаза не спускать. Что еще хочешь? Это запросто. Я как бы не представляю, как по-другому выходить. Типа, ну может быть можно, но типа мне проще их разбомбить. Это было? О, ты что, собралась в одиночку выиграть войну? Он один? Ну-ка, пойди. Не нравится мне это. На помощь! Помогите мне закончить дело! Ти-ти-ти-ти-ти. Никаких следов! Может, она поможет? Амиссия! Да, блядь! Амиссия! Все, я всех перебью. Поехали. Даже красться не буду. Нет, ладно, буду. Один. Вы уверены? Все, не могу больше бегать. Пойдемте. Ну потому что прям уже ну реально, я не знаю.
всех вырубить. Их так много, по сути. Вообще маленько. Хуй-то маленько. Никаких следов! Что еще хочешь? Это запросто! Оставь нас в покое! Это было? О, ты что, собралась в одиночку выиграть войну? А почему нет? Эй, пойду-ка проверю. Эй, эй, зря вы не спрашивали. Еще. Следующий. Че по камням? Нет. О, здравствуйте. Я плачу выкуп за мелких дерунов. И мне же их ловить. Ну и порядочки у этих плантагенетов. Он убил наших родителей. Он и нас хочет убить. Мели, беги. Хорош, там стражники! Разберись с ними, а миссия! Они идут! Девчонка, я... Да что же она творит? Ничего! Мы ничего не сделали! Не можем к Хьюго! Здесь можно выбраться! Быстрее! Не сбавляй шаг, Хьюго! Беги за Мели! Это лезь! Я не дам он тебя схватить! Хватит убегать! А он идет так медленно, пафосно. Я иду! Пешку, кто его? На лестницу можно, например, правильно. У нас мало времени. Водите! Сюда, быстрее! Велись, ленивые мерзавцы! Готов, пошли! Слыхали? Это что, крысы? Пробуйте через него. Цеп, беги. Ну же, давай. Ломайте дверь. Быстро. Они открыли дверь, они здесь. Я ими займусь. Отсюда вам бежать некуда. Амиссия, давай. А есть какой-нибудь дробовик? Ну, типа, с рогатки стрелять постоянно. Они там! Дать им! Ну, жестко. А, это... Надо бежать! Помогите! Быстрее, идем! Хардкор. И на этом закончилась 6 глава. Все, следующая глава номер 7. Это будет в следующий раз. А на этом все. Всем пока.